Всем привет! Сегодня суббота, а у меня начало отпуска. На работе мне дали неделю выходных. Так что начинаем отдыхать. Вернее, не отдыхать, а менять сферу деятельности. На работу не хожу, а буду выполнять небольшие домашние дела, организационные и по оформлению документов. Надо будет заняться. Я с утра уже стирку загрузила. Вот уже сохнет на террасе. Сегодня погода теплая. На градуснике, на термометре плюс 24. Ночью был дождик, сейчас нет. Вот мое рабочее место, где я выполняю домашние задания по немецкому, прохожу тесты, читаю книги, заполняю документы. Как-то так. Сейчас перемещаюсь на кухню. Займусь приготовлением. Решили с Аней запечь овощи. Есть перчик, брюссельская капуста, морковка, картошка и цукини. На противне в духовке. Сейчас буду резать, чистить, мариновать и запекать. Вот я нарезала уже овощи. Мне пригодилась вот такая вот овощечистка. Здесь есть магазин Ойра Маркет, все по Ойра. Сейчас буду выкладывать на противень. Постояли они, помариновались. Соль, перец, специи, масло. Теперь все буду выкладывать на противень и распределять. Многовато получилось, но очень-очень вкусно получается. Вот так распределю. У меня тут перчик, брюссельская капусточка, лучок, баклажаны и морковка. И минут на 30-40 в духовку. Попробуйте, вам понравится, я уверена. Мы с Аней лопаем за обе щеки. Ну что, духовку нагрела. Отправляются овощи запекаться. Включила таймер и на 30 минут можно забыть, но запахи уже присутствуют. Оставшиеся овощи отправляются в холодильник. Вот что осталось. Ну ничего, через 2 дня тафель наполнится, овощная корзина. Па-пам! Получилось очень вкусно. Угостили Лену. И вот осталось нам покушать. Так что как раз немного было. Приготовьте. Очень вкусно. А еще Лена нам привезла вот что. Заказывали стул для Ани, и вот он доставлен. Теперь осталось собрать, так что скучать некогда.
Сейчас начнем сборку стула. Ну что, открываем стул. Стул собрали, значит, и стул соберем. Такие запчасти. Вот. Крестовина. Колесики. Сейчас надо все разложить. Посмотреть инструкцию. Вот такой стул у Ани, чтобы было удобно, комфортно учить уроки. Удобное, дышащее. Так, первым, чем я займусь, разложу все по номерам. Итак, начинаем. Первая схема. Вставляем колесики. Пять колесиков. Надо вставить в паз. Вот так вот. И последнее. Первая операция сделана. Так, следующая, третья. Приготовила болтики, перевернула сидушку. Так, и надо прикрутить пятый элемент. Здесь специальная отвертка в наборе. И закручиваем. Так, сидушку собрала. И теперь ее надо вроде бы сюда наживить. Что-то не получается у меня. Как ее туда вставлять или что? Не пойму. Не получается у меня. Может быть, надо своим весом. Ничего не понятно. Или закрутить. Не, что-то не так. Очень тяжелая эта сидушка. А, вот куда надо. Не в ту дырочку.
Вот в эту надо, в дальнюю. О. О. Ура! Получилось! Фух! Вот такой стул. Можно сесть. О! Класс! Фух! Вот половину сделала. Теперь вот такая спинка. Наверное, спинку уже оставлю на завтра. Вот так. Так что не бойтесь ничего. Собирайте, пробуйте. У вас все получится, как и у меня. Всем доброго вечера. Чусь!